Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить Bleach GC на эмуляторе для Nintendo Wii. Итак, в прошлой серии мы с вами начали первое ознакомление с этой игрой и начали проходить сценарий, если быть точнее, основную сюжетную составляющую, которая у нас идет пока строго по канону, с того момента, как Ичига у нас попал в сообщество душ. Да, конечно, все урезано, да, конечно, идет какими-то слайдами, но тем не менее, играть можно. Самая большая сложность и, скажем так, малая неприятность в этой игре в данный момент — это управление. Управление на самом деле слегка квадратное и абсолютно не сказано, как делать какие-то секретные умения. А компьютер против тебя их применяет только так. Я перерыл интернет, но пока что я это делаю так и не нашел. Не знаю, может, плохо искал, может, не там искал, не знаю. Кое-чему я все-таки научился, но это не то, что я хотел. Ладно, давайте продолжим. Так, у нас с вами сценарий один в данный момент проходится, понять не имею, сколько всего этих сценариев. Вот, и у нас сейчас акт 6. The Undead 2. Rise and Crazy. По-моему, реально мы в прошлый раз на нем закончили. Татакай тайка. Качи тайка. Соре томо ики тайка. Доре да? Качи тай. Кикоэн на. 戦うだけじゃ意味がねえ。生き残るだけじゃ意味がねえんだ。Ичига просит дать ему второй шанс на то, чтобы сразиться за Раги. На этот раз, говорит, он не проиграет, потому что теперь он понимает старика. Ичига говорит, спасибо тебе, старик, ты у нас второй бой против... Блин, за этого, за Раги. Я научился набирать энергию. Коронный прием только примерно могу понять, как он делается, но еще пока что не факт, что это так. Но будем сейчас еще пробовать потихонечку, то есть, ну, как бы... Так, ты уйди от меня. Да что ж ты такой медленный-то? Ага, не дотянулся. Тихо. Блин, какие кожи умные. Ну ты посмотри, что делает. Я пока только размахиваюсь, он меня уже бьет. Я не могу ему удар нанести. Да ты хорош. Вот оно начало. Вот оно начало. Так, ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас мы разыграемся. Я просто хочу кое-что прием один попробовать. Но пока что мне не дают даже удары сделать. Не. На. Назад отойди, отойди. Ух ты ж, смотри, как он с такого расстояния его применил. Ты хорош. Тихо. Тихо. О, наш взяла. Так, тихо, отходим. Да, он прочел мои мысли. Вот только он может коронку применить, а я пока не могу. О, слушай, все, я понял, как коронку применять. Мать моя женщина. Она у всех, похоже, применяется одинаково. Так, нет, сейчас неправильно, надо зажать клавишу R и после нажать применение реакцию. Ух, я чуть не попался. А-а-а, попался. Да ты задрал. Сейчас я тебя уработаю. На тебе. Ага, первый бой был сухой, второй бой мы распознали, как прием делать. У меня была одна догадка, как его сделать, я на одном сайте прочитал. Все. Или что, жив? Ну вот теперь добьем. Почему догадка и почему это вызывало проблемы? Потому что там это означало определенную комбинацию клавиш, но оно не совпадает с моим джойстиком, потому что я управление назначал сам. Потому что, ну, не был забит изначально мой геймпад. Чего он назвал джойстиком, не знаю. Ну, неважно. Реацу, говорит, пропала, говорит, неужели, говорит, он умер? Нет, не может быть.
Это не может быть он. Это просто невозможно. Я действительно надеюсь, что это был не он. Все, как вы говорили, Каин Дуно. Прости, Ичиго, что я опоздал. Опоздала. Тогда мы еще не знали, что это она. Ну, тебе не повезло встретиться с Зараки Кенпачи. Тебе вообще очень дико повезло. В любом случае, тебе сильно прилетело. О, седьмой акт у нас пошел. Хорошо. Ну да, она рассказала, собственно говоря, что Ичиго очень сильно отрубился, тогда ему прилетел при битве за Раки Кенпачи, у них фактически вышла ничья, хотя за Раки, по-моему, в какой-то момент признал поражение, но реальная была ничья. Вот, Ханатора и Ганджу тогда снова оттащили его в безопасное место, вот, и стали зализывать раны. Вот, руки, собственно говоря, шло полное приготовление к тому, чтобы ее казнить. Вот, говорит, черт, говорит. Подожди секунду, говорит, Ганджи-сан. Мы, говорит, нашли ее. Мы пришли спасти ее. Что это было? Да это же... Кутики Бьякуя, тот самый легендарный... Блин, капитан. Давайте, народ, погнали. Шансов вас сражаться с ним нету, но ждете легендарного Ичиго. Да, говорит, просто, говорит, беги, когда я скажу. Да, Ганджи смело тогда поступил. Просто решил его на себя отвлечь, но с кучки такой не пройдет. Просто не пройдет. Прости, брат. Типа, говорит, если я не смогу здесь бежать, то в данный момент, собственно говоря, я здесь и останусь. Прежде чем пройти, попробуй справиться со мной. Бой смешной, потому что шансов у Ганджи на самом деле никаких. Он клевый парень, но все-таки по сравнению с Кучики Биакуя он слабоват. Но мы наконец-то можем посмотреть, что у нас еще умеет он. И, уй, ты что такой быстрый? Ты что делаешь? Да, я же забыл, что Ганджи у нас очень слабенький. В смысле, медленный. Ну что, что это такое? Ой, не получилось. Да хорош, я тебе сегодня удар-то нанесу. Ура. Блин, как этот удар нанести, я не знаю. Я хочу коронный удар применить. Блин, ты посмотри, что делает, а. Да хорош ты, я понял, что мне против тебя не светит, по крайней мере, это сейчас. Ну, давай, иди сюда. Блин, он просто за спину сразу прыгает, и все. Ну, не понимать на такие приемы. Ну давай. Да как, вот как это сейчас было опять? Ну что ж ты, блин, жульничаешь. Так, ладно. Будем бить его на расстоянии. Старый добрый способ сражаться за Ганджу. Хотя по сюжету могли бы сделать, что нам надо и проиграть бы здесь.
Тихо. Ты замучил. Слушай, иди отсюда. Да блин, просто за спину сразу телепортируется и все. Ну давай, иди сюда. Просто отошел. Ганчо, сделай что-нибудь. Сэмбон Закурой меня просто добил. Так, блин, да как же против него сражаться-то? Я за Ганчо вообще нормально сражаться не умею, потому что ну, он медленный. Я в прошлой серии как-то там на расстоянии стрелял, но я не помню как. А, во. Ну давай. Чтоб тебя... Тихо. На тебе. Так уйди, уйди от меня. Офигеть, просто с места сразу вот так вот на меня. Да ладно. Я мог ему удар нанести. Да чё ж ты падаешь-то после одного удара? Юх, нифига себе. Да хорош, 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 хорош. Ну почти, почти. Давай, 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 давай. Как от этого приема укрыться, блок что-то тоже не спасает. Ладно, ладно, будем учиться до Талова. Ты меня достал просто уже в доску. Иди ты нафиг. Пошел ты от меня, пошел. Ты меня замучил, а? Да на. Зараза. И как обычно кончилось просто Риацу. Или... Да на. Да ладно, я его победил. И получаса не прошло. Короче, еще один такой бой, и я завяжу с прохождением этой игры из-за полного отсутствия, блин, баланса. Потому что я его... Меня аж пробомбило. Я его бил полчаса. Попыток было, я не знаю, 30-40. Я не знаю, сколько было попыток. Я просто офонарел. Он просто не дает ничего делать. Полное отсутствие такого баланса. Персонаж, который Ганчо, он медленный. И Бьякуя просто не дает от себя отойти. Это мне честно сейчас вот просто повезло. В большинстве случаев, в большинстве всех боев, он просто тут же телепортировался мне за спину. И вот просто метелил меня как мог. Ни блок не спасал, ничего. Просто в сухую меня избивал, как тряпку. Да, там сейчас будет, должна быть первая встреча, собственно говоря, нет, уже вторая встреча Ичига и кучки Бьякуя. Да, краткая предыстория о том, как Ичига встретил Юру Ичи. Он узнал, во-первых, что это девушка. Встретил ее довольно забавном виде. Вот, и, собственно говоря, она начала его тренировать. Да, вот после того, как он начнулся, он, в принципе, сразу почувствовал реакцию кучки Бьякуя. И понял, что что-то не так. И тут же ринулся в бой.
И Яруичи, конечно же, начала его прикрывать. Извините, меня просто уже сейчас... после того боя я никак не отойду. Меня прям пробомбило, блин. Я так полагаю, что сейчас у нас будет... Да, сейчас у нас будет восьмой акт. И будет у нас новый поединок с кучей бяка, только теперь уже в роли Ичига. Бой будет недолгий. А, нет, нам даже не показали его. А, нет, все правильно, все правильно. Я, говорит, пришел тебя спасти. Хочешь ты того или нет? Ты, говорит, идиот, говорит, я не просил тебя спасать меня. Тебе здесь убьют, вали отсюда, пока живой. Да мне, говорит, все равно, что ты там болтаешь, говорит. Бяко, кто это? Никто, говорит, это юнец, который возомнил себя сильным шинигами. И здесь, наконец-то, я не знаю, говорит, как ты снова обрел силу, но здесь ты, здесь ты снова ее потеряешь. Если быть точнее, теперь я тебя уже убью. Но Кутики Бьяку — это тот еще геморрой. Я вам скажу честно, ей-богу. Так, поехали. Так, начинается. Вот та же самая песня, да? Нормально. Тихо. Да, я тебя могу вообще не подпускать. Ну иди сюда, ты, чучело. Вот теперь он стоит, да? Вот теперь ты ничего не хочешь делать, значит. Да на тебе. Я теперь понял, как применить, сделать все умения делать. Полностью разобрался в управлении за все эти битвы. Эх, хотел короной пробить его. Ну, пока нельзя, да? Ну, Ичига намного быстрее, чем, конечно же. Он намного быстрее, чем Ганжа. То есть, вот вообще проблем не составило. Ой, боже мой. Понятно. Каким-то образом, говорит, ты смог меня, это, типа, отразить мой удар. Но, говорит, второго такого шанса не будет. Да, он попытается применить свой супер прием Сэм Бон Закура. И, гай, иди, Чига, беги, говорит. Да, Яруичи тогда пришла и спасла его. Пришла его и спасла, потому что тогда бы он точно был доброволом. Пришли меня спасти, говорит Яруичи. Спасибо. Но я попрошу вас отойти. Потому что я не намерен отступать. Ты, говорит, идиот, думаешь, что готов с ним сражаться? Да, и она его вырубила тогда. И вот у нас восьмой акт уже закончился. Неужели, говорит, ты думаешь, что сможешь бежать от меня? Неужели, говорит, ты думаешь, что ты сможешь быть быстрее королевы поступа, малыш Бьякуя? Да, они там немножко побегали друг за другом. その程度の瞬歩で捉えられると思うたか?
春神夜市、まだまだお主らごときに捕まりはせぬ。И да, Юрич тогда сбежал с ним. Так, у нас... теперь нам говорят, что было тем временем, когда у нас... что происходило с Орихиме. Они вместе с Исидой тут. Ой, они встретили Маюри, мать честная. И этот псих. Реальный псих. Но сейчас будем с ним сражаться. Вообще не представляю, какой, что он себя здесь представляет. То есть, в смысле, насколько он здесь быстрый или еще что-то. Но сейчас мы это узнаем. Какая интересная у тебя способность. Хочу провести на вас эксперименты. Может, пойдете добровольно? Размечтался, говорит. О, да ладно, говорит, это Квинси. Я-то думал, что вас больше не осталось. Что? Да, говорит, там, говорит, прибежали, говорит, еще кто-то прибежали к нему помощники, говорит, давай, бежим отсюда, говорит, Иноэ-сан. Они стартанули. Маюри, чё ты докопался до нее, до бедной девушки? Типа, говорит, даже не пытайся сбежать от меня. И Орихиме у нас будет драться с Маюри? Да ладно, я думал, у нас сразу Исида будет драться. Да, за Орихиме мы еще ни разу не сражались. Смешно немножко бой, конечно. Тихо, 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 хорош. Тихо. Ой, слушай, а у нее приемы все по-другому делаются. Так. Смотри, как он. Ничего так бой удары держит, да? Нормально, может на расстоянии бить. Блин, смотри, увернулся, а ты смотри, какая редисина. Он пока что-то, благо, ничего не делает. Слушай, ты хорош, давай его кулаками забьем. На. На. Это глупо, чтобы Орихиме досражалась до кулаками. Вот это, конечно, очень глупая реализация персонажа, я вам честно скажу. Вот как, то, что Цубаки она там пускает, я согласен. Ну подъем, Маюри. Ну давай. Обалдеть, она сражается просто кулаками. Я не могу. Маюри ничего не делает. Ух ты, можно подлечиться. И с кулаками убили Маюри. Не, честно. Баланс в игре хромает просто до невозможности. Я не понимаю, то ли это искусственный интеллект, с одной стороны сумасшедший, с другой стороны абсолютно никакой, то ли реального баланса как такового нету. Я, говорит, не проиграю. Прости, Иноэ-сан. Ты в порядке? Да, все в порядке. Слава богу. Берегись, говорит, он очень силен. Нам нужно как можно быстрее встретиться с Куросаки. Давай, говорит, быстрее иди, говорит, Кичига. Иди, говорит, Куросаки, говорит, я тут типа задержу их.
Insanity and Genius. А вот сейчас будет действительно бой Исиды против Маюри. Иттаро, Куинси но кенкью ва шурио шита. Кисёши то ва е мо йозу. Ичибан сайкин но ва усугитанай джи-сан де не. Коно джи-сан га кенкью но айда джу. Деши да ка магу да. Как обычно, что-то там лечит про какие-то образцы, про эксперименты. То йондерун да йо. Предвкушая, что сейчас он победит и все будет хорошо. Генкео тодоме чай най. Нан то иттей та ка на. Доумо ваташи ва кенкью о эта моно ни тай кёми га. Да, вот он, Квинси. Пожертвовав всей своей силой, он стал неимоверно мощен. Хоть его предупреждали, что делать это нельзя. Что это, говорит? Меня зовут, говорит, Исида Урью. Иноуэ-сан га инакуте йокатта. Иноуэ-сан га теперь у нас в порядке. Тотемо мисераре соу. Поэтому я не смогу ее... Она типа убежала далеко, и поэтому я не смогу причинить ей вреда, и могу бить на полную силу и победить тебя. Ну хорошо. Ну посмотрим, может сейчас Маюри будет в полную силу драться. Так. Посмотрим, что он умеет. Так, и самый сильный удар применяется только вблизи, а? Немножко глупо. Во, смотри, теперь он что-то делать начал. А, смотри, так я просто стою на расстоянии. Я не могу прям сражаться. Ну давай, Маюри, подходи. Что это за бой? Ну детский сад. Ну-ка. Не дал применить. Тихо. Ну урон, кстати, он наносит очень солидный, Маюри. То есть я могу просто ее застрелять до смерти и все? Ну да, я тебя могу просто застрелять. Insanity and Genius. И вот у нас закончился аж 10-й акт, мы сегодня прошли. Надо, говорит, побыстрее бежать отсюда. Да, его предупреждали, что он потеряет всю свою силу. Не, потом-то он ее снова обретет, но это будет уже через сколько-то? Через целый сезон. Через арку целую. Типа, говорит, я сделал все, что смог, и перечислил там всех своих друзей. Кажется, я достиг своего предела, и, похоже, я сейчас умру. Давай, говорит, подъем, Ичиго. Так, ладно, давайте, наверное, на сегодня закончим. На самом деле, у меня уже прошло почти больше часа. Для вас серия немножко укорочу. Да хорош болтать. Сейчас, одну секунду, сейчас не болтать, перестану, то я нормально попрощаюсь. Потому что там я знаю, что еще далеко все не заканчивается. Вот, наконец-то. Итак, давайте на сегодня закончим. Серия вышла довольно странная, по той простой причине, что...
первые бои были очень сложные. Очень, ну, в общем, вы сами все видели. То есть бой против кучки Бьяко и Ганджи вообще здесь бы не был нормально построен. Я не буду особенно сильно критиковать игру, потому что игрушка вышла уже довольно давно, выходила на Nintendo Wii, вот, и как бы так вот у нас все было. Вот, но... Ну, вы сами все видели, я не буду ничего говорить. На самом деле, игра в данный момент показала себя очень слабо. Начало было хорошее, как я уже говорил, графон хороший, но геймплей выполнен очень-очень топорно. Давайте на сегодня закончим. Это было интересно, это было прикольно. Мне, в принципе, что-то понравилось, что-то не понравилось. Потом продолжим, не знаю, эту игру или другую. Здесь еще можно посмотреть других персонажей, то есть посмотреть, что они могут и как они реализованы, хотя большую часть из них мы уже видели, ну, кроме каких-то секретов. Итак, ну что, давайте на сегодня закончим. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока.